И вот мы снова слышим этот омерзительный гул офисных ламп с Гулисья. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в The Backrooms. Только это новая игра, которая вот недавно вышла, называется Backrooms Survival. И в этой игре, в отличие от предыдущей, в которой мы играли, можете ее здесь посмотреть, здесь будет много новых левелов, то есть мы действительно можем куда-то продвинуться дальше. А я очень хочу исследовать этот загадочный, я только что видел что-то, я только что-то здесь видел. Я не хочу исследовать, все, пока, ребят. У нас здесь есть возможность выбрать нашего протагониста. Мэри или же... Я пытался что-то написать, но получилось ва. И больше он ничего не пишет. Окей. Окей, мы можем быть только фимейлом. Хорошо, и, видимо, только атлет. И только 29 лет. Как бы мы ползунок не крутили. Хорошо, нам на все 100% 29 лет. Войти в Backrooms. Нас зовут... Что происходит с игрой? Я не знаю, что происходит с игрой. Нас зовут Ба. Дз. А, дз. Это наш ник? Мы в прямом смысле глюканули в реальном мире и попали сюда. Даже имя у нас скрючилось. Что происходит? Как мне? Что это за место? Я сплю? Нет. Это точно ощущается как реальность, а не сон. Я даже не помню, как я попал сюда. Но я был атлетом. Я, короче, бежал 100-метровку. Всего лишь 100 метров. И я шел. Я шел просто до магазина. Я ехал. На коляске. Меня катили. Я даже сам не катился, поэтому вот. Я ни капли усилий не приложил. Вот. Вообще ноль. Я достиг такого уровня лени, что попал сюда. Здесь я точно побегаю. Что бы за место это ни было, мне нужно найти способ отсюда убраться как можно скорее. Эти бесячие лампы, они действуют мне на нервы. Здесь, возможно, где-то есть выход. Что это? Камера смотрит прямо на меня. Кто-то со мной наблюдает? Кто-то и правда за мной наблюдает? Да, посмотрите. Она продолжает на меня смотреть. Или это просто, чтобы на нервы не действовать? В общем, каждую мою попытку здесь будет меняться карта. То есть, всегда будут уникальные уровни. Как здесь странно. Вот особенно с текстуркой что-то не так. Мы можем открыть на себя. Вы слышали? Неприятный звук. Здесь какое-то все более тесно, чем в предыдущей игре. Что это? Ну-ка, мы можем его разблокировать каким-то образом, наверное. У тебя нет ключей, чтобы открыть этот замок. Но мы, получается, можем найти где-то ключ. Нифига себе, здесь есть что-то типа квеста. Смотрите, куда мы идем. Слушайте, как мне не нравится здесь. Такое все, конечно, все помехи вокруг. И, кстати, у нас еще есть параметр голод и жажда. И параметр безумия. Что это было? Что на меня пшикнуло? Как же я обосрался, ребят, вы не представляете. Как же я обосрался. Нахрен. Я не хочу быть здесь больше. Так, надо остерегаться от этих труб. Это самый главный противник мой в этой игре. Блин, еще что-то упало. Откуда это взялось? Что это вообще такое? Что? Мои ножки я вижу. О, как я вышагиваю. От. Ножками вперед. Браво, гордо. Ничего не боюсь. 96 мое здоровье. Точнее, мое умие. Скоро дойдет до безумия. Не хотелось бы. Посмотрите. Сейв. О, боже мой. У тебя нет ключей, чтобы открыть. Блин, мне нужно какую-то бумажку найти, записку. Как вы хотите, чтобы я потом нашел сюда дорогу обратно? Я же заблужусь. Но в этом-то и прикол. В этом месте вообще полно приколов. Основные с трубами связаны. Господи, как я заорал. Как же я... Заорал, как сволочь. Как сыкливая сючка. А, это я и есть. Нет! Пошла в жопу труба. Я знаю, что ты хочешь от меня. Так, нам сказали экономить стамину. Это я и буду делать. Стамина — это важный ресурс здесь. Я не понимаю, я, по-моему, кругами хожу. Реально я кругами хожу? Или нет? Все такое пох... Смотрите. Няма! Вы подобрали дринк. Что это? Почему? Это что, блик? Кто-то стучался. Но куда? Куда стучался-то? Здесь что, двери есть? Я видел. Я, блин, видел, как страшно. Там человек, это в другой выживший. Или это монстр? Я не знаю, я должен проверить. Как бы, как я пойму, чего бояться, если это...
Пожалуйста, хватит, кровь! Здесь безопасно. Да господи, все, не хочу играть! Какого хрена это было? Вот мой вопрос. Как я заорал. Ай, аж продрало внутри все. Собственно, чего я ждал, пойдя к этой женщине? Но я правда, я подумал, может быть, поскольку я читал про закулисье немного, я знаю, что там можно встретить других выживших. Она выглядела очень дружелюбно, пока не заорала. Может быть, она меня испугалась просто, я не знаю. Фу, что это было? Мать твою, сказал мой персонаж, женщина по имени Ба. Мне нужно убираться отсюда просто нахрен. Да, пойдемте по кровавому следу. Паровозик! Ребят, не обижайтесь, если я выругнусь, потому что что-то я так не стремался очень давно. Как я вижу, как мне страшно. Еще здесь нет никакой музыки, блин. Судя по всему, этот кровавый след, это просто из моего очочка выливалось, пока я бежал с криками. Смотрите, целых две двери с одинаковым замком. Пойдемте сюда. Так, сейчас будет пшш, решетка. Нет, пш, не было. Есть, можем отбиваться. Вы получили топор, отбивайся. Чего? Где этот чух-чух? Может быть, можно разбить топором? Нет. Нам нужно найти какие-то доски. Ладно, хоть что-то, какой-то прогресс есть. Это очень радует. Экономим стамину. Стамина на 6 расходуется. Ой, 6. Shift. На Shift расходуется. Одни двери с цепями. Смотрите. Я был здесь. Это я открыл. Нет, я думал, здесь дверь еще одна. Здесь нет ее. Как жутко мне сейчас. А! Блин, ушки, твою мать. Что-то я перенапряг все внутри. Мне так сводит все. Куда это меня ведет куда-нибудь вообще? В целом, куда ты это меня ведет? Стамину не расходуем. 33 хп осталось. А у меня фонарика нет. Блин, тот, кто сделал эту игру... Молодец, очень круто сделал. Очень пугает по-настоящему. Это в 100 раз. В 100 раз круче, чем та игра. Слушайте, ну я не понимаю. Куда я иду? Куда я иду? Давайте не пойдем в темень. Будем ходить там, где светло. А может быть, оно и нужно мне в темень? Там страшнее, и оно меня награждает как бы за то, что я такой весь смелый иду в темень. Может быть. Вероятнее всего. Хотя как я в темени увижу... Смотрите, что это. Ня. Лицо веселое. Как я в темноте-то увижу предмет? Скорее всего... Смотрите, он смотрит куда-то вот туда. Пойдемте туда. Пойдемте. Че, думаете, не пойду? Пойду, конечно. Блин. Да ё-моё. Вода! Это значит попить. А! Мы пришли в то же самое место. Ты кто? Где? Да-да-да-да-да! Ой, блин, и лампа отвалилась! Хорошо, вода. Вы подобрали колу. А это мне будет лечить? Или это просто жажда? Да что за паровоз? Что это? Вы подобрали лампу! Как мне ее? Погодите, давайте посмотрим. Я не смотрел управление даже. Вот чё. Чё плохо. Итак, fire. Бить, стрелять. Мы можем стрелять чем-то. Перезарядить. Ух, как интересно. Инвентарь, таб. Погодите. А, вот. Использовать. Хо-хо-хо-хо. Вот это неожиданный поворот.
Нам дали возможность отбиваться. Сейчас эта мадемуазель будет орать по-настоящему. Так как никогда в жизни. Что это? Ой, какая-то водичка протекает с потолка. Если я не найду воду подходящую для питья, мне придется пить вот отсюда. Хм. И я не очень хочу пить из этой протечки пока что. Но когда я буду в отчаянном состоянии, я обязательно ее хлебну. Мы можем прямо сейчас ее выпить. Нет, сейчас не могу, все. Ага, я понял. Только когда станет совсем... совсем сухо. Ну-ка, вот так бить. Понятно, все, хорошо. Я ее от... Интересно, куда эта лестница ведет? Может быть, мне пойти туда? Конечно, следующий левел, ребята! Продвинуть. А нужно ли оно? Я могу использовать эту дверь, чтобы вернуться обратно. Я могу в любой момент спуститься обратно. Использовать? Нет, 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 нет. Мы же смелые. Тут так темно, блин. Если я буду ходить только по первому уровню, то я никогда отсюда не выберусь. Моя задача выжить здесь. Выжить, чтобы выбраться. Я читал, что второй левел, он гораздо более опасный и хищный, нежели первый. Ой! Кто пшикнул? Там эта сраная труба. Да что это за пар такой? Смотрите. А, у меня нет ключа. Окей. Вот эта труба пшикнула на меня. Ну-ка, мы можем использовать эту лампу? И здесь не можем. Надеюсь, топор не рушится со временем. Да что за паровоз? Мы его увидим когда-нибудь? А хочу ли я его видеть в целом? О, блин. Как же все действует на нервы. Открыть. Здесь так темно. Какая хрень? Бич! Имя Звазда. 75 лет. Она была шефом. О, боже мой. 3000 я заработал. Очко одно. Порванное. Так. Погодите. Выпито 0. Вы что, офигели? Я же выпил 2 колы. Я подобрал, но я не выпил. Итак, я прожил 3 дня. Я 14 урона! Я 14 урона доставил. Давайте попробуем сделать это еще разок. Мейл. Стример, конечно же. Профессиональный стример, который всю свою жизнь на Ютубе провел. Ничего больше не добился интересного. Вот мы стример. Ой, какой я весь уже грязный. В дерьме весь почему-то. Так, хорошо, мы это все читали. А че я такой весь грязный сразу? А, все, я вымылся. Да ё-моё, хватит! Что это? А, это, я думал, такая записка. Блин, сход начинает пугать. Трубы сраные. Надо было, не знаю, водопроводчик. Да, водопроводчиком надо было себя... Что-то там взорвалось. Если бы я поставил себя водопроводчиком, я бы все трубы починил. Или как называют тех, кто трубы чинит? Трубач? Нет. Трубачист. Трубачин. Я слышал что-то. Я что-то слышал. Это она, это женщина. Нельзя к ней. Я этот крик не выдержу. Пусть гуляет там сама по себе. Опа. Там ветер, кто-то окно открыл. Нам нельзя идти туда, где ветер. Любой шум, который вас пугает... Погодите. Шум меня любой будет пугать. Но не все шумы могут быть опасностью. Например, капающая водичка, это означает что-то позитивное. Видите? Вентиляция в потолке. Что это? Что за звук? Если бы у меня была отвертка, я бы смог пролезть туда. Видите? Не все шумы плохие. Надо быть смелым и проверять. Мне нужна отвертка. Когда-нибудь я найду ее, надеюсь.
Я слышал что-то. Я слышал что-то. Блин, как я здесь оказался? Куда? В какую сторону идти? Как? Куда я? Я запутался. Внезапно я просто повернулся, и теперь я не знаю, куда идти. Ладно. Сюда пошли. Смысл? Эта дверь на цепях, но смысл? Если могу просто так пройти, что это? В какую сторону? В какой стороне это? Кровь! Так, могу посмотреть на кровь? Это что? Это кровь? Да, блин, это кровь. Так, сейчас она пшикнет. Пшикнет мне. Не пшикнула. Это хорошо. Что? Что? Я не знаю, куда идти. Ладно, сюда пойдем. Камера. Оу, какая большая комната. Это здесь комфортней. А я могу открутить камеру? Да, мы можем потом применить колу, когда нам надо будет. Но сейчас нам не надо. И она залечит, кстати, нас. Так! Что это? Я должен проверить. Понятия не имею, куда я иду. Опа, вижу водичка. Ладно, это не нужно сейчас. Что это? Это не кровь, да? Нет, это кровь. Блин. Я думал, топор лежит. Может быть, того монстра и нельзя убить топором. Всего лишь 11 урона нанес. Но ту женщину точно можно убить. У меня просто нет слов, друзья. Что это? Фруктик! Свежий, вкусный! Зачем брать фрукты с таким страшным звуком? Это же позитив. Должна музыка позитивно играть. Все. Давайте, я сейчас немножко на очке, но надо с этого слезть. Слезть и возмужать. Отрастить пару крепких таких яиц. Лифт? Это лифт. Как бы звук здесь такой, что я не понимаю, откуда он идет. Нет. Я был здесь. Я вернулся обратно. Пойдемте сюда. Так, возмужать еще раз. Не то чтобы страшно. Там горит свет. Что? Что это? Нет, туда не надо. Туда не нужно. Чувствую я. Есть! Няма! Это что, яблочко? Очень хорошо. Набрали целую корзину гостинцев. Хватит на пикничок с той женщиной, милый. Опять мы. Опять мы пришли в комнату. Тут две трубы аж. Оба пшикнуть могут. Обе. Нет, все нормально. Это хорошие трубы. Опять! Без понятия, что это значит. Блин, как мне вырезочки! Нет! 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 No! Пощадите! Какого хрена? Они все сразу нападают! Блин! Петюля. Все хорошо. Короче, если нападают, то сразу хором, пачкой. Главное бежать и верить в себя. Опа, что это? Лапка? Это теперь четвертюля? Животное? Это Данте мне дает четвертюлю.
Оп! Но я сюда не попаду. Я никак не открою это говно. Где мне найти код от сейфа? Дайте мне топор! Нет. Если... Я просто не могу комментировать сейчас тех... Тех монстров. Простите. Не могу. Чем... О! Зачем я иду сюда? Отлично! Отлично! Гоу! Да. Я очень боюсь. Оп! Что это за китайские мотивы? Ой, какой громкий шаг у меня. Я ждал тот темный уровень, но здесь как-то спокойнее, если честно. Хотя я еще пока не знаю, чего тут ждать. Самураев. Якудза. Здесь будет сложнее увидеть что-то на полу. Короче, ладно, раз мы оттуда ушли, прокомментирую монстра. Сначала... О, что это было за... Это что, рандомная бутылка воды? Что он здесь делает? А кола тебя не удивляет? Это безопасно, чтобы пить? Похоже, не открыто. Да хоть открыто, да хоть там насано. Дело касается выживания. Пей все, что там есть. Короче... Вы все, наверное, увидели, да, танцующий силуэт в темноте. Я зачем сюда пошел опять? О, как плохо, мне вся спина болит. И вот этот танцующий силуэт в темноте, он мне просто в самое нутро ударил. Потом уже все, можно было что угодно, хоть там плюшевого мишку поставить, я бы испугался. Помните фильм «Зловещие мертвецы»? Очень старый фильм моего детства, наверное, первые мои ужасы. Вот там и был этот образ, и у меня он особый. Струнки моей души задевает, так скажем. Поэтому было... Что? Оп. Капает. Вижу. Этот шум не где-то конкретно. Он просто... Он просто везде. Ой, как темно, как неприятно, как темно и неприятно. Светло и приятно. Опять? Ладно, я когда-нибудь точно найду проход выше. Это будет тоже лестница? Главное не бегать, экономить стамину. Это мы усвоили. Пошли в жопу, кто там стучится. Блин, очень настойчиво стучится. Постоянно стучится. Черт, я видел! Краешком! Блин! Туда нельзя! Это та самая баба. Мерзкая, стрёмная, крикливая. Как у вас дела? О, сейф. Как у вас дела, ребят? Как было бы хорошо, чтобы вы были тут со мной. Вы успокоили меня, ибо здесь что-то жидкое. Жидкое. Я на таком стрёме сейчас. А это что? А это что? У тебя нет ничего. Черт!